Ребят, всем привет! В этом видео покажу вам, как готовить гречку. Но не просто будет гречка, а у нас с вот такими вот овощами мексиканскими. И все это мы будем делать вот в такой вот мультиварке шиваки. Ну, подойдет и любая ваша другая мультиварка. Итак, первое, что мы сделаем, это промоем гречечку. Я беру вот такую вот чашку. Видите, даже ручка отломана. Но это не важно. И насыпаем. Вот, отмеряем одну чашку гречки. Видим, да, даже видно, я насыпаю, тут идет всякая пыль. Ну, это не значит, что это грязь, это просто гречка. Там лежала, перетерлась друг об друга, и ну, такая пыль образовалась. Но, в любом случае, промываем ее. То есть, как я делаю лично. Вот, беру кастрюльку. И где-то 3-4 раза, в общем, набирается вода, я ее вот так вот перемешиваю, потом воду сливаю и повторяю эту операцию так 3-4 раза. Вот. Опять же, плохие зернышки, они обычно, ну, легкие, легче воды и всплывают кверху. Ну, сейчас видим нормально. Но вода все равно вот немного мутная. Поэтому мы ее сливаем и повторяем операцию. Вот. Проделываю я так 3-4 раза, как я сказал. Но вы смотрите по ситуации, да, когда видите, что уже вода хорошо прозрачная, значит все, достаточно. Если видите, вода немного мутненькая, повторяем все это. Вот так вот перемешиваем. Ну, вот эта гречка удачная. Видим, мусора практически нет. Ладно, не буду вам все это показывать, сколько я раз это делаю. Суть вы поняли. Так, ребят, промыл я гречечку. Вот так вот у меня все это получилось. И теперь все это в мультиварочку. Так, убираем верхний поддончик. Ну и вот так вот высыпаем. Так, смотрите, все у нас не высыпалось, да? Пускай сейчас неравномерно на дне, неважно. Значит, смотрите. Как видели, у меня один стакан гречки, значит, где-то 1,5-2 стакана воды надо. Воду с крана я стараюсь не использовать, ну или по минимуму, если у меня вот такая вот специально очищенная вода. Так, сейчас я ее в кастрюлечку, чтобы гречка тут у меня на стенках кастрюли не оставалось. Вот, переливаем все это в мультиварочку. Так, это был один стакан воды. Отмеряем второй. Так. Вот так вот налили. Так. Видим, да, уже почти на стенках ничего не осталось. И все, видим, и кастрюлечка у нас чистая. Так, теперь что делаем дальше? Добавляем, конечно, соли. Ну, на мой объем это уйдет 1 чайная ложечка соли. Так, уберем ложечку. Вот столько есть. Так, что еще? Давайте маслица кинем. Так, масло на любителя. Ну, я вот такой вот кусочек, посмотрите, совсем чуть-чуть. Все отлично, с гречкой мы справились. Теперь делаем дальше. Берем этот поддончик, ставим сверху и высыпаем наши овощи. Это у меня сейчас пакет на 400 грамм, но осталось ровно половина. То есть где-то 200 грамм овощей. В принципе, вот такую пачку я на 2 раза использую, да, так что рассчитывайте. Ну и смотрим, что тут у меня есть. Кукурузка, вот горошек, кукурузка, горошек, морковка, стручки какие-то. Вот это красный, что это, буряк.
Честно говоря, не понимаю, почему она называется мексиканская. По-моему, тут все наши овощи. Ну ладно, закрываем. И включаем нашу мультиварочку. Значит, для этого сначала клацаем меню. Рис, плов, жарка, молочная каша. И вот, есть у меня режим гречка. Все, жмем старт. И на этом все. Нам осталось только ждать. Все, пускай гречка готовится, а я вам потом покажу результат. Итак, ребятушки, прозвучал звуковой сигнал. Мультиварочка перешла в режим подогрева. И давайте посмотрим. Так, овощи. О, посмотрите, ну выглядят прям как с картинки. Идеально. Так, ставлю в сторону. И смотрите, о, как наша гречечка. Тут немного овощей нападало, но это нормально. Так, и смотрите, я отодвигаю в сторону и смотрю, нет ли тут воды. А воды у нас вот практически нет. То есть пропорция была выдержана. Посмотрите, как выглядит гречка. Божественно. Все, выключаем с розеточки и насыпаем себе порцию. Ну и не только себе, ну и кому не жалко. Ребят, ну посмотрите на эту красоту. Вот гречечка, овощи. А лучше гречки может быть что? Правильно, только гречка с подливой. Поэтому берем печеночку. Вот многие любят еще вот так сверху. Но это уже на любителя. Ну смотрите, ну чем не ресторанная подача? А на этом, ребят, все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И готовьте не только вкусно, но и полезно. Все, всем пока. Люблю, целую.